сети разгорелся скандал после того, как главный редактор известного австралийского журнала предложил учить детей мастурбации, начиная с 11 лет. Девушка убеждена, что школы не должны игнорировать подобного рода секс-просвет. По мнению журналистки Нади Бакади, современные люди живут в гораздо более сексуальном мире, чем их родители. Он убеждена, что нынешняя учебная программа пугающе и неадекватна. Бакади считает, что мастурбация – одна из областей, которая в значительной степени игнорируется школами. Дети должны изучать это явление, как и только они достигнут половой зрелости, то есть в возрасте до 11 лет. Уверена журналистка, она уточнила, что подростки больше предпочитают изучать чужое тело, не уделяя должного внимания своему, передает Daily Mail. Главный редактор журнала Шей Саид объяснила, что если дети будут смущаться собственных половых органов, то они не смогут в дальнейшем правильно вступить во взрослую жизнь. Публикация «Надея. Собака Нидия Бокуди. 27 июня 2018. В час 4 минуты по часовому поясу PDT. По словам Бакади, благодаря развитию соцсети ученики и так окружены непотребными фото и видео, поэтому у них может сформироваться неверное представление об идеалах тела. Чтобы увидеть откровенные картинки, им необходимо взглянуть на рекламный щит или зайти в Инстаграм, продолжила журналистка. Публикация от Надея. Собака Нидия Бокуди. 15 мая 2018. В 4 часа 27 минут по часовому поясу PDT. Предложение девушки вызвало неоднозначную реакцию в сети. Многие пользователи посчитали, что в юном возрасте следует сосредоточиться на более важных вещах, заведи своих детей и учи их чему хочешь, школьникам нужно изучать математику и читать как можно больше литературы, а не заниматься рукоблудством, выразил свое мнение один из обитателей всемирной паутины.